Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Рад сегодня всех приветствовать. Если меня слышно, видите картинку перед собой. Просьба поставить плюсики в чате, отметиться, что у нас все в порядке с трансляцией. Есть звук и есть изображение. Для тех, кто, возможно, первый раз включил наш обзор, вкратце повторю план, то, что мы обычно рассматриваем. Рассматриваем мы ситуацию прошлого торгового дня с точки зрения выхода важных новостей статистики. Отмечаем, как эти новости статистика повлияли на наши основные инструменты. Также рассматриваем текущий торговый день, отмечаем важный главный новостной фон. Ищем возможности также для входа в сделку. Рассматриваем точки входа и цели по нашим операциям. Плюс мониторим уже текущее состояние рынка и текущие наши открытые позиции. Так, ну что, вижу, народ постепенно подключается. Так, комментарии тоже вижу положительные, да, у нас звук, изображение, все есть. Так, тогда давайте начнем. Опять же, золото. На текущий момент посмотрим ситуацию, и видно, что у нас золото вчера, сегодня, то есть движемся во флете, по большей части на 4 часовке, видим, тестируем постоянно зону, 1216.93 граница, попытки пробития видим, но пока без усилий определенных движемся. Ну и на текущий момент, пока мы в процессе находимся формирования локального максимума, на дневке мы это видим, зона коррекции происходит, причем у нас есть среднесрочный тренд, который сформировался ранее, да, у нас еще в прошлом году, вот очень хорошо мы углубились, сформировали минимум достаточно глубоко, вот сейчас также видим, что достаточно неплохая зона коррекции у нас уже формируется, да, там в течение месяца всего. Вот декабрь у нас был, скажем, конец декабря было начало положено формированию, и вот на протяжении всего января, да, у нас формируется коррекция, поэтому ждем. Пока, в общем-то, золото у нас потихоньку укрепляет свои позиции, опять же, на фоне того, что идет общее ослабление на текущий момент позиции американского доллара. Вот это, опять же, связано по большей части, да, вот с ближайшими событиями, которые прошли у нас, да, то есть это инаугурация президента, да, это, в общем-то, пресс-конференция, первое выступление, то есть все повлияло на участников, да, и участник, которые не услышали ответы, самое главное, да, то есть на главные, в общем-то, интересующих вопросы, что касаемо налогов, да, что касаемо валюты и финансовых рынков в целом, да, взаимосвязь, вот, и поэтому на ближайшее время, конечно же, вот перспектива именно складывается таким образом, да, что идет общее ослабление. Но если мы рассматриваем среднесрочную перспективу, да, которая нам говорит о том, что американский доллар у нас будет дорожать по отношению ко всем инструментам, в том числе и к золоту, и вот ответы, да, на свои вопросы, то есть, естественно, со временем, то есть участники рынка будут получать. Уже с получением каких-то новых данных, статистики, да, которые уже будут помогать в дальнейшей оценке ситуации, да, перспектив экономических, развития, и уже, конечно, будут делать определенные выводы и действия, самое главное. Ну и, конечно, мы с вами будем видеть эти действия, уже отражение в рынке в любом случае. Вот. Но пока на текущий момент мы видим ситуацию, да, общую такую ситуацию, которая складывается, ослабление. Вот. Причем это плановое абсолютно, то есть это говорит о том, что на американском долларе нужно ставить крест, да, что все абсолютно инструменты будут сейчас глобально укрепляться. Нет, это только лишь, скажем, такой этап небольшой, да, перед очередным скачком роста американской валюты, да, то есть сейчас мы должны хорошо, скажем так, ослабиться, да, то есть американский доллар должен упасть, и причем были определенные намеки также и от президента Америки, когда он давал
интервью газете The Wall Street Journal, где сказал уже в свою очередь, что у нас сейчас валюта достаточно сильная и крепкая. Вот, что не особо выгодно, конечно, для экономики, поэтому сейчас ослабляется, да, думаю, еще какое-то время, в общем-то, американский доллар общий, да, общие позиции будут сдавать, но уже думаю, что совсем скоро, да, мы увидим продолжение уже среднесрочных перспектив роста американской валюты и уже увидим обратные, в общем-то, действия. Вот отсюда уже, конечно, будем действовать. У нас есть условия с вами, да, по присутствию нас в позиции по золоту. То есть условия по покупкам у нас с вами в любом случае ждем пробития зоны 1216.93, да, чтобы у нас она пробила, зафиксировалась выше данной зоны и обновила прошлый максимум. Вот здесь уже будем рассматривать ближайшие зоны достижения по нашим покупкам. То есть это зона 1227.35, во-первых. Во-вторых, конечная зона 1237.07. И что касаемо продаж, здесь однозначно ждем пробития зоны 1203 вниз, обновление прошлых минимумов, выход цены ниже данной зоны. Вот продажи с ближайшими целями 1183 и 1164.32 в дальнейшем. Вот, то есть пока видим, что золото у нас стоит на месте, ну и мы тоже находимся в качестве наблюдателя. Далее, что касаемо доллара рубля, здесь тоже видим ситуация абсолютно не торговая, разноправное движение, во флете движемся. Пока сохраняется движение в диапазоне, формация, да, у нас верхняя граница 60, нижняя граница 59.16. Вот, и также здесь у нас условия пока не выполнены. Что касаемо покупок, здесь мы ждем пробития зоны 60, верхней границы, выход цены из диапазона, обновление прошлого максимума на 4 часовке. И здесь ближайшие цели у нас будем рассматривать по нашим покупкам. Цели для достижения это 60, 64 и 61 ровно. Что касаемо продаж, здесь ждем пробития нижней границы, обновления прошлых минимумов 59.16. И отсюда уже будем рассматривать продажи. Сейчас пока видим, что ситуация стабилизировалась. Вот, особо без динамики, без движения, поэтому мы тоже с вами просто наблюдаем за достижением условий. Вот. Что касаемо евро-доллара, здесь мы видим, что евро у нас пробил зону 1.07 и практически дошел до нашей следующей зоны обозначенной. Это граница 1.0775. Важная зона сопротивления. То есть, ну и отсюда уже, в общем, мы с вами говорили, да, что можно ждать и разворота, потому что у нас с этой границы тоже мы видим было формирование прошлого среднесрочного максимума и разворот уже вниз по среднесрочному основному тренду. Вот, евро сам у нас находится под давлением, да, то есть на фоне опять же перспектив будущих, пока будущие перспективы больше оказывают давление, да, это и политические факторы, которые доказывают давление, да, и будущая денежно-кредитная политика тоже есть оказывает давление, то есть, ну, скажем, чересчур мягкая, наверное, политика, которая проводится Европейским центральным банком в лице Марио Драги, вот, которая по большей части, да, всегда, ну, негативно, наверное, влияет на ситуацию на рынке по евро, да, очень, очень редко бывает, когда он может там подстегнуть евро к росту, в основном, конечно, своими высказываниями, нерешительностью прежде всего, вот, наводит негатив и неопределенность, самое главное, неразрешенность общих главных вопросов. Вот. И это, конечно, все оказывает давление, и в будущем также есть давление. Поэтому
Внешние факторы то же самое, да, относятся уже тоже к политическим факторам. Ситуация с Великобританией, да, будущим выходом, процесса выхода из ЕС, это тоже, в общем-то, негативный эффект для евровалюты, да, и всей еврозоны, Евросоюза. Поэтому давление, оно есть, осталось только дождаться укрепления, в общем-то, американского доллара, чтобы начался процесс, да, уже обратный, формирование среднесрочного максимума и движение вниз. Движение вниз по основному среднесрочному, да, перспективу. И тут уже мы будем с вами ориентироваться на продажи. Условия также есть у нас, как по покупкам, так и по продажам. Условия по покупкам у нас с вами на текущий момент, в связи с тем, что постоянно идут обновления, у нас уверенные продажи, да, продажи именно зоны, мы вчера об этом говорили, рассматривали на утреннем дневном обзоре, 1.06, обновление прошлого минимума. Вот, сейчас мы идем в процессе формирования вершины, максимума, вот, и как раз таки ждем, как себя цена поведет у границы, важно 1.0775, 1.08. И как только мы увидим старт вниз, да, то есть пробитие зоны 1.07, уже здесь будем держать руку на пульсе, да, и рассматривать возможность разворота. Да, то есть разворот мы увидим вот как раз таки после пробития зоны 1.06, ну и будем уже уверенно размышлять о продажах. Вот, динамика, конечно, не такая сильная. Плюс сегодня, кстати говоря, будет у нас важная информация, важная по Британии, и наверняка может повлиять и на ситуацию с евро, с евро-долларом. Сегодня будет оглашен все-таки долгожданный результат Верховного суда Британии. Вот, очень важная информация, по-моему, в 14 чем-то, по-моему, будет по Москве. Вот, и реакция, думаю, будет, ну, британский фунт, как минимум, я думаю, отреагирует, ну и плюс евро тоже, думаю, будет реакция. Посмотрим, в любом случае, уже на текущий момент, да, то есть мы, что касаемо евро-доллара, особенности покупок, да, мы пока притормозились, то есть у нас конечная зона была 1.0775, которую мы рассматривали, да, возможность покупок после пробития 1.07, отсюда уже будем смотреть аккуратно, да, уже покупки, особенности, ну, будем приостанавливать, лучше рассматривать продажи, то есть уже постепенный разворот, образование максимума на среднесроке. Вот, вчера у нас особо событий никаких не было, новостей важных. Ну, единственное, наверное, комментарии Марио Драги, которые, в общем, не повлияли никак на рынок. Ну, и я вам вчера также об этом говорил, да, что все-таки выступление уже повторное, да, которое уже на этой неделе, да, ну, как правило, оно не влияет уже на общую ситуацию, и рынок никак не реагирует, потому что в основном вся реакция была, конечно, на прошлом заседании, которое было в четверг, вот, объявление процентных ставок, вот, вся реакция была, поэтому уже по факту мы увидели, что ничего абсолютно не было, вот, ну и подтвердились, в общем-то, мои слова, да, то есть, ну и на сегодня пока видим, что евро у нас особо без движения, разноправленная динамика абсолютно, ждем статистики, новостей, сегодня там по еврозоне у нас будет статистика, рассмотрим как раз в конце нашего обзора, ну и ждем достижения наших условий для того, чтобы уже поприсутствовать в рынке, в общем. Далее. Британский фунт, ну и британский фунт, мы видим, что дошли мы до нашей цели, то есть 1.25 заявленная, да, вчера цена, я же уже сегодня с утра цена дошла до цели, то есть покупки были актуальны после пробития зоны 1.24. Вот, сейчас видим, идет постепенный разворот от границы 1.2545 зона.
Пока есть, да, сопротивление, ждем. Если будет у нас пробита зона 1.25, ну сегодня в любом случае до объявления, да, мы лучше не торговать, решение, да, Верховного суда уже по факту мы будем действовать. Да, если цена у нас пойдет вниз, да, причем если будут хорошие движения резкие уже по факту новости, ну здесь уже, конечно, будем стараться открыть продажи и рассматривать уже движение минимум. Да. Цель это будет 1.24, далее 1.23, возможно возврат к зоне 1.2262. Ну и если мы вдруг сегодня же, бывает такое, да, очень, причем часто уже достаточно, когда очень сильные движения могут быть в один день, причем однонаправленные, да, цена может там 200 с лишним пунктом проходить, поэтому вполне, да, там вполне возможно, что и можем и пробить зону 22.62, обновить границу минимумов наших. Вот, поэтому посмотрим сегодня и пока, да, то есть покупки цели мы достигли, да, обновили, покупки закрыты, ждем сегодняшнего события, новости, и далее уже будем действовать. Вот, что касается возможного продолжения наших покупок, да, и движение опять наверх, ну тут в любом случае пробитие зоны, а уже пост по факту, да, по факту новости, если все-таки у нас позитивно рынок отреагирует и все-таки решение будет суда не в одностороннем порядке, да, а все-таки с подключением парламента, да, за уже возможность, да, чтобы не только правительство было участвовало, да, в процессе выхода, но и парламент уже своим голосованием мог повлиять на процесс. Поэтому, если такого будет решение, которое в основном рынок и ждет, да, то тогда это будет позитивно для британской валюты, и мы увидим продолжение роста и пробитие зоны 25.45. Отсюда уже, конечно, будем рассматривать с вами покупки. Покупки, цели у нас, я сейчас обозначу, странно, вроде вчера также обозначал, не сохранил. 26.50 зона, то есть сюда мы будем ждать в дальнейшем. И уже отсюда будем смотреть и наблюдать, возможно, разворот движения опять вниз. То есть, ну, пока видим, что вот на именно среднесрочном таймфрейме, да, то есть у нас идет процесс формирования очередного максимума движения наверх после того, как мы обновили тот же минимум, причем среднесрочный минимум, да, и сильную достаточно зону поддержки, то есть 21.15, сразу же, да, там гэп у нас, и, ну, закрыли моментально практически, то есть на следующий день у нас было закрытие, там сразу же, и причем дошли до той же важной границы 1.24 зона. Вот, поэтому наблюдаем сейчас, пока вот на 4 часовке мы видим процесс формирования очередного максимума и ждем новостей. По доллар-франку здесь мы видим ситуацию. Доллар-франк у нас дошел до нижней важной границы зоны поддержки 0.9967. Вчера мы отмечали эти границы с вами. И пока вот остановились, двигаемся во флете. Процесс формирования локального минимума у нас сейчас происходит на 4-часовке. И на дневке у нас идет продолжение, да, нашего нисходящей зоны коррекции. Вот по основному, да, у нас основной тренд среднесрочный, восходящий. Вот, ну и ждем постепенного разворота. Пока видим, что у нас основные инструменты укрепляются против доллара, да, и в особенности сырьевые валюты убежища, да, то есть сырьевые валюты укрепляются. Вот. Что касаемо франка, да, который является валютой убежища в связи с такой, в общем-то, неопределенностью, конечно же, происходит
постепенное укрепление. Ну и в дальнейшем, как только у нас будут какие-то важные события, да, которые будут нам говорить об усилении позиций американской валюты, здесь сразу же увидим разворот, да, образование минимума. Ну и условия у нас с вами есть, условия прежде всего по покупкам. Да, уверенные покупки у нас будут после пробития зоны 1.0106, да, когда мы уже действительно увидим среднесрочный минимум образованный и движение по основному тренду, то есть восстановление уже цены и движение к среднесрочным максимуму своим прошлым, сформированным у зоны 1.0338. Эта граница будет в перспективе для нас более чем актуальна. Вот цели. Ну и ближайшие, конечно же, цели для достижения тоже будем рассматривать. Ну вот, а пока видим, находимся у важной зоны в диапазоне, цена движется во флете. Вот, и мы, конечно, наблюдаем. Далее, доллар-иена, который тоже вернулась, в общем-то, к своему минимуму. Об этом тоже мы с вами ранее говорили. Вот оно так и произошло. 12.69, пожалуйста. И сейчас тестируем. Находимся во флете, тестируем данную зону. По-прежнему у нас коррекция. Продолжается. И есть у нас... Есть у нас среднесрочная перспектива, которая нам прежде всего говорит о том, что в дальнейшем у нас доллар-иена пара пойдет наверх. Как минимум будем ждать возвращения к зоне 118.62 к прошлому максимуму и пробитие перспективы среднесрочные на данный момент, это текущего 2018 года, у нас движение к границам 123-124. То есть обновление там в дальнейшем всех возможных максимумов. Но опять же, перед тем, как мы, конечно, пойдем сюда наверх, ну, вот сейчас у нас происходит процесс коррекции, ну, то есть процесс формирования среднесрочного минимума на дневном таймфрейме, да, и плюс на 4-часовке у нас ближайшие границы, зоны, цели, да, достигаются, то есть по продажам, то есть продажи есть. Вот, цели достигаются, то есть 112.69 мы прошли. Сейчас, если мы обновим прошлый минимум, то есть пробьем зону все-таки 112.69, зафиксируемся ниже данной границы, уже будем рассматривать движение цены к зонам 110, то есть ближайшее оно будет 112.06, далее 110 и 109, то есть уже еще более глубокую коррекцию вниз. Вот, но на текущий момент пока видим, что во флете рынок пока без движений, в ожидании, возможно, как раз таки события важного, да, по Британии, вот, решение Верховного суда. Вот, поэтому в течение дня, да, и вечером будем ожидать движений, динамики. Все-таки Америка, открытие тоже нам дает уже усиленные позиции, просыпаются крупные участники, инвесторы, и уже появляется динамика и также возможность поторговать. Вот, но на текущий момент видим, что пока вот дошли до минимума прошлого и остановились, то есть особо не растем, ну и при этом не обновляем прошлый минимум. Находимся в диапазоне. Поэтому, что касаемо покупок, да, здесь в любом случае у нас условия те же. Ждем пробития зоны 114.76, обновление прошлого максимума и далее уже восстановление среднесрочных позиций тренда нашего среднесрочного, и покупки будут у нас актуальны. Вот, на текущий момент пока, ну, вот я держу и покупку продажи, в общем, жду разворота.
Вот, продажи буду держать до тех пор, пока у нас будет процесс формирования локального минимума. То есть, как правило, take profit, да, у меня, ну, take profit-то нету, не стоит. То есть цели такое определенные, да, которые, ну, можно было обозначить. При краткосрочной позиции, да, то здесь, опять же, краткосрочные, конечно, у нас все краткосрочные цели наши достигаются. Вот, но так как у меня две позиции открыты противоположные, поэтому здесь уже, ну, я для себя сам лично рассматриваю разворот и движение к моему открытому первому ордеру, то есть это сделка buy именно, возвращение и движение по среднесрочной перспективе. На текущий момент, ну, вот посмотрим. Пока на сегодня мы во флете. Что касаемо доллар-канадца, здесь мы видим, что доллар-канадец у нас возвратился к зоне 32.43. Вот вчера было укрепление канадца на фоне, опять же, прежде всего, роста рынка черного золота. И сейчас видим, что потихоньку стараемся развернуться. Мне, для нас самое главное здесь увидеть все-таки образование локального минимума, да, чтобы была возможность и перспектива продолжения роста дальнейшего валютной пары доллар-канадец. Вот. И на сегодня, если мы сможем уже развернуться, то есть и пробить на 4-часовке зону 32.44 наверх, то есть уже можно рассматривать покупки с ближайшей целью 33.10, а уже в свою очередь, если мы пробиваем зону 33.10, здесь уже еще более уверенные, в общем-то, покупки можно делать и рассматривать возвращение к прошлому максимуму, то есть достижение границы 33.88. Вот. Ну и, как правило, если будет обновление максимума, то есть пробитие 33.88, уже будем рассматривать следующую цель для достижения. Это граница 34.53. Далее, австралиец. Австралиец у нас также вчера, да, после того, как мы все-таки пробили зону 75.58, дошел до нашей следующей, да, очередной ближайшей зоны, это 0.7602. Ну и отсюда мы видим разворот, условия по покупкам, да, у нас ранее были выполнены, цена у нас пробила, зафиксировалась выше, и ближайшая цель была пройдена. Сейчас пока, да, вот так как у нас идет очень аккуратное движение наверх, уже не такие сильные, как и были раньше, да, все-таки уже появляются зоны коррекции, то есть это нам говорит о том, что в скором времени нужно ждать разворота по паре австралиец с долларом, и прежде всего на австралийскую валюту, да, положительно влияет повышение цен на сырьевые товары. Вот очень важный момент. Прежде всего, рост цен на железную руду оказывает давление положительное. Вот рост также цен на нефть тоже оказывает не прямое, но есть влияние определенное со стороны таких внешних факторов. Вот, поэтому покупки очень аккуратно, только после покупки рассматривать, только после обновления максимумов наших. То есть следующая покупка у нас будет только после пробития зоны 0.7602. Что касаемо продаж, ну, здесь в любом случае рассматриваем только лишь движение к зоне 0.7505 и пробитие данной границы, то есть обновление вот этого вот минимума, который был сформирован у нас 19 числа, по-моему, да, как раз таки 19 января. Вот отсюда уже продажи с ближайшей целью 0.7443, ну и далее уже пробитие зоны 0.7443, уже будем рассматривать среднесрочное движение, то есть и возвращение цены к своим среднесрочным минимумам в зоне 71.70. Далее, по Новозеландию тоже видим, что у важной зоны сейчас цена находится.
Дошли мы до границы 72-42 и, видимо, отсюда пытаемся развернуться. Что касаемо покупок, да, уже на текущий момент мы не рассматриваем еще до, со вчерашнего момента, да, после того, как мы достигли нашей конечной цели по покупкам. Все-таки ждем уже разворота и принятие решения по продажам. Продажа будет в том случае, если у нас будет пробита зона 0.7115 низ, то есть обновлен вот этот минимум, который у нас был сформирован 18 числа. То есть отсюда уже будет уверенная продажа абсолютно, там, с закрытыми глазами можно даже делать. Ближайшая цель у нас будет 70-50, ну и среднесрочная цель к минимум возвращение к зоне 68-68-90. Сюда, к этой границе, будем ждать. Ну и на текущий момент пока тоже видим, что новозеландец у нас постепенно укрепляется, так как является также сырьевой валютой, да, то есть рост цен на сырьевые товары положительно сказывается на новозеландский доллар, ну и плюс общее ослабление позиции американской валюты, тоже видим, что ситуация абсолютно положительная. И на текущий момент, если посмотреть, да, у нас процесс идет, да, формирование локальной границы максимума. Вот, и отсюда уже видим, что цена у нас дошла до нашей зоны сопротивления. Так, продлю трендовую линию. Вот, то есть, и от этой зоны уже все-таки будем наблюдать, смотреть, да, что будет происходить. И ждать разворота, возвращения. Поэтому покупки мы пока не рассматриваем, а рассматриваем возвращение к минимумам прошлым на 4-часовке. Так, теперь давайте мы посмотрим важное событие на сегодня. Так, ну вот у нас сегодня решение Верховного суда Британии по членству ЕС. И также чистые заимствования госсектора в 12.30 на сегодня. Мы видим, что сокращение идет по ожиданиям, да, 7 миллиардов всего. По сравнению с прошлой величиной 12.21. По еврозоне видим, что отдельно Германия у нас составной индекс деловой активности, индекс в производственном секторе. И видим, что по ожиданиям у нас чуть хуже прогноз, 55,4, прошлая величина 55,6. Такой небольшой негативный фактор. Что касаемо индекса деловой активности в секторе услуг уже, да, то есть здесь мы видим, что наоборот, небольшой рост, да, по ожиданиям. То есть производственный сектор у нас снижение, сектор услуг прибавляет. Вот. Далее еврозона, индекс деловой активности в секторе услуг. Здесь мы видим цифра лучше, прогноз. Да. А что касаемо производственного сектора, здесь мы видим чуть хуже. Вот. Посмотрим, что будет по факту, конечно. И небольшую реакцию мы увидим. Конечно, сильной динамики не будет, но все равно краткосрочную динамику небольшую мы сможем понаблюдать. Далее также составной индекс деловой активности в производственном секторе. Январь 54,5 прогноз, да, чуть лучше. Посмотрим, что будет по факту. Так, далее посмотрим. Так, Америка у нас открытие. На сегодня у нас также будет трансляция индексов PMI, да, для производственного сектора. Прогноз видим чуть лучше, 54,5 прогнозируют. Посмотрим, что будет по факту. По прогнозам пока у нас может американский доллар краткосрочно, да, в свою сессию немного укрепиться. Так, далее. Продажи на вторичном рынке жилья. Так, здесь у нас что? Ну, опять же, конечно, события особо не повлияют, но все равно можно посмотреть в отсутствие важных каких-то событий, новостей.
5,5 прогноз, чуть хуже, да, чем прошлая величина, 18.00. Так, индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Ричмонда. Так, и сегодня также размещение двухлетних облигаций, четырехнедельных векселей. Ну и вот 0.30 будет отчет Американского нефтяного института по коммерческим запасам в ночь со вторника на среду, который уже в свою очередь краткосрочно повлияет на черное золото, да, и повлияет, уже сможет повлиять на сырьевые валюты, канадец и рубль в том числе может отреагировать. Так, далее ночью у нас что будет? В основном Япония, экспорт-импорт, общее сальдо торгового баланса, скорректированное сальдо торгового баланса. Значит, по экспорту мы видим значительно лучше прогноз 1.2 по сравнению с прошлой величиной минус 0.4. Очень хорошее значение. Посмотрим, что будет по факту. Если факт еще лучше прогноза выйдет, то, несомненно, ночью мы увидим укрепление иены японской. Погоду тем более видим, значения очень важные. Далее, общее сальдо баланса декабрь месяц 270 миллиардов японских иен прогноз. Тоже видим, причем сальдо положительное, профицитное растет, да, это тоже положительный эффект. Импорт по году, мы видим, что значительно лучше, да, прогноз у нас по сравнению с прошлой величиной минус 8,8. То есть минус 0,8 всего лишь идет. Поэтому здесь мы уже то также будем наблюдать, и завтра уже, конечно, с утра мы по факту посмотрим цифры какие, как рынок отреагировал. Но пока общая ситуация складывается по прогнозам именно, да, у нас иена укрепиться сможет. Тем более, если факты у нас выйдут лучше прогнозов. Так, далее индекс потребительских цен. Вот тоже важная информация. Это будет по, получается, по Австралии. И завтра у нас австралиец отреагирует. За четвертый квартал у нас будет 0,7, видим, и без изменений. Причем посмотрим, что будет по факту. Далее индекс базовой инфляции методом усеченного среднего по году. Прогнозов нету, то есть прошлая величина 1.7. Индекс потребительских цен по году, здесь мы видим прогноз 1.6, да, лучше, чем прошлая величина. Такой вот положительный, позитивный момент, фактор. То есть пока, если в совокупности мы посмотрим, да, по совокупному решению, скажем так, да, у нас австралиец по прогнозам, да, может укрепиться. Ну, конечно, главное это факты. Посмотрим, что будет. Так, ну и так, также базовая инфляция, индекс базовой инфляции, четвертый квартал, ну здесь прогнозов у нас нету, есть прошлая величина 0.4, все, больше у нас ничего, то есть важное событие завтра ночью, да, уже получается, это Австралия и Япония, будем рассматривать уже на завтрашнем утреннем обзоре. Вот, а на сегодня в основном обращаем внимание на главное событие сегодняшнего дня, решение Верховного суда Британии по членству в ЕС. Так, ну что, в принципе, все рассмотрели на текущий момент. Встретимся еще с вами в 1:30, посмотрим, как у нас Европа повлияла на наши основные инструменты. Также на сегодня хочу пожелать всем хорошего настроения, удачи, ну и до скорой встречи.